сбежали из тюрьмы. Да они никогда и не были виновными. Конечно, это хорошо, то, что мой сын остался у меня. Я смогу побеседовать физически пистолетом. Мама, я не думала, что ты посоединишься к отцу. Зачем? Я же твой сын. А мне что, надо было терпеть? Ты убил моего мужа, точнее твоего папу. Ну хорошо, что ты это сделал. Ведь я сильнее, чем твой папаша. Так, надо быстрее бежать в полицию. А, точно, я же... Что? Я давно тебя не видел. Стой! Отстань, тупой, на, получай! Стоять! Хоть бы меня бы не заметили, тут спрячусь. Мы поймаем! Фух, посижу тут, отдохну. Здравствуйте, вы что-то будете заказывать? Нет, мне тут просто посидеть надо. Извините, но в нашем кафе нельзя сидеть просто так. Нужно что-то заказать. У вас тут есть деньги, а вам так-то не видно. Ну да, есть. А что вы хотите заказать? Ну давайте воду. Нет, мы можете еще что-то заказать. Ведь вы же будете платить деньги. Может, возьмите наше офигенное топлое? Нажраться? Вам все меню принесли? О, не думал бы, что вы любите 300 блюд. Библя. Ой, ма, какая вкусная еда. Здравствуйте, нас уважаемые, конечно же, очень уважаемые клиенты. Вот ваш счет. Сколько? 15 косарей. 15 косарей, ёхеба. Стойте, какие 15? Там больше, там 1 миллион робуксов. Как вы будете переплачивать, наличные или карты? Никак. В смысле? Тогда мне придется вызвать полицию. Только не полицию. Стоять! Сейчас я выживу на тебя полицию. У меня нету денег пока. Урод. Блин, ладно, у меня маленечко денег есть. Думаю, просто посижу и подожду автобус. Думаю, он приедет. Так, ладно, ничего, просто зайду в автобус. Платите деньги. Вот вам, 28 рублей. Что-то вы мне кого-то напоминаете. Да мне так много людей говорят. Хотела, наверное, показалось всем. Едем. Има, Кирилл же в этом доме с этой сумасшедшей остался. Блин, надо его как-то спасать. Кстати, а куда мы едем? Кстати, туда, куда и надо. Так, можно тут остановиться? Нет, извините, мне нужно кое-куда доехать. Ай, подбили! Стоять! Капец! Капец. Ух, ема, судья валяется. А, опять все из-за меня, пора убегать. Ладно, я побегу к этой сумасшедшей, спасу Кирилла. Надо бежать. Бежать, вот он, этот дом.